Погода в апреле оказалась весьма переменчивой. Теплые солнечные дни сменялись дождями, а где-то даже и снегом. А с приближением дачного сезона прогнозы метеорологов становятся все более актуальными. Что ожидает Верхневолжья на этой неделе, узнала Анастасия Новичкова. Апрель подходит к концу. Приближаются долгожданные майские праздники. И всех волнует главный вопрос – какая же погода ожидается в ближайшее время? Об этом узнали у наших экспертов. На этой неделе мы прогнозируем неустойчивую погоду. Все вот эти пресловутые циклоны, которые проходили у нас в выходные дни, они сохраняют свой путь, как бы через нашу Тверскую область будут проходить. Единственное, что мы можем чуть-чуть обрадовать немножко жителей нашей области тем, что вот 23-24 апреля все-таки мы ожидаем погоду преимущественно без существенных осадков. При этом в ночь на среду обещают заморозки, но после ожидается устойчивый плюс. В дневные часы температура воздуха будет варьироваться от плюс 7 до 17 градусов, а в ночные часы от плюс 2 до плюс 11 градусов Цельсия. Ветер преимущественно юго-западных и восточных направлений. Атмосферное давление около 754 миллиметров ртутного столба. Изменится ли погода к долгожданным майским праздникам? 30 и 1 числа, в общем-то так, погода нас немножко порадует в плане того, что дождей будет чуть-чуть поменьше. На выходные синоптики прогнозируют на территории региона переменную облачность, местами кратковременные дожди. Погода в выходные дни обещает быть умеренной. До конца апреля существующий температурный режим считается нормой. Самым теплым днем этой рабочей недели станет пятница.